is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive. Getting out alive. Writing letters in the sand. Hand. Through the sunrise I will thrive. Getting out alive. Getting out alive. When you find that open door, you gotta let them love you more. Tender hearts will of the мини-мангал-коптильня. Собран он был полностью из металлолома, который я нашел. Центральная часть сделана из старого огнетушителя. Вся прелесть такого малыша в том, что на нем можно очень быстро и, скажем так, с минимальными затратами на дрова или на уголь пожарить там 2-3 сосиски или окорочок. Для этого не нужно растапливать большой мангал. На двух человек этого достаточно. Весит он немного, то есть, вот как видите, я его поднимаю на одной руке, но это примерно где-то 6 килограмм. Ну, для такого малыша это очень нормально, причем то, что вот здесь сталь 4 миллиметра. То есть, вот это место никогда не прогорит. Если вам понравилась моя самоделочка, ставьте оценки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Для тех, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Вы найдете здесь много интересного. А на сегодня у меня все. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока.